23 июля в Центральной библиотеке имени Фазу Алиевой города Каспийска состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню военно-морского флота и Конституции Республики Дагестан. Организована встреча в рамках очередного заседания Клуба молодого патриота Отечества имени Героя России Магомеда Нурбагандова, который был создан в целях воспитания патриотизма, гармонизации межнациональных отношений, профилактики экстремизма и сохранения памяти о героях, которые с честью выполняют свой долг. Открыла торжественное мероприятие приветствие речью директор ЦБС имени Фазу Алиевой Мадина Темирова. Эти праздники символизируют силу и мощь нашей страны, а также незыблемость конституционных принципов, на которых строится наше с вами общество. День военно-морского флота – это дань уважения мужеству и отваге моряков, которые веками защищали морские границы нашей Родины. Это напоминание о важности морской мощи России и ее роли в мировой истории. Эти праздники символизируют силу и мощь нашей страны, а также незыблемость конституционных принципов, на которых строится наше общество. День военно-морского флота – это дань уважения мужеству и отваге моряков, которые веками защищали морские границы нашей Родины. А День Конституции Республики Дагестан – это праздник нашего единого дома, где каждый житель чувствует себя в безопасности и имеет право на свободу выбора и самовыражения. В рамках мероприятия всем присутствующим рассказали о ключевых событиях в истории и традициях празднования. Почетными гостями мероприятия стали военный комиссар города Каспийска Марат Пашаев, председатель Совета старейшин Ганифа Джабраилов, участник афганских событий Вагиф Хсейханов, участники СВО, семьи погибших участников СВО, юноармейцы и многие другие. От себя лично, от всех ветеранов, от всего сотрудников органов внутренних дел хочу вас всех поздравить с наступающим праздником, Днем Конституции и Днем военно-морского флота. Наши рубежи, наши государства должны всегда быть в надежных руках, в надежных силах. Как на замке должны все границы. Я приветствую всех военнослужащих в лице заместителя начальника Каспийской флотилии. В ходе мероприятия также состоялось награждение орденом мужества старшего лейтенанта Станислава Брежнева, к сожалению, посмертно. Вручили награду семье погибшего военнослужащего и пожелали им терпения и сил. Поблагодарить маму, потому что она тяжело говорить. Она вырастила настоящего героя. И, ребят, я хочу, чтобы вы знали, что Станислав, он отличный командир, хороший человек, честный, порядочный. Настоящая боевая офицер. Украсили мероприятие выступлениями воспитанники образовательных учреждений, юноармейцы, военнослужащие пограничного управления ФСБ России Республики Дагестан Юлия Козлова и солистка ансамбля песни и пляски пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан Ангелина Абдурашидова.